Ну и я уже говорил, повторюсь, чтобы заплатить 1000 евро своему работнику, например, в Англии вам надо в разных налогах заплатить 200, то есть 20%. В Германии это будет 400, то есть 40%, и 786 около, это будет около 80% в Латвии. Ну, как вы можете конкурировать с той же Германией, я уже не говорю про Англию. Ну вот, вся разница. И также прямые платежи нашим сельскохозяйственным трудягам, которые еще с трудом как-то сводят концы с концами, их добивают разными гриппами, которые неизвестно как прорываются, полностью закрытые фермы, которые изолированы от внешнего мира, все равно грипп туда прорывается, но у меня такие смутные сомнения, как у Шпака магнитофон, что через те вот питания, которые дают эту карму для животных, это единственный вариант, как можно инфильтрировать это нашим животным, чтобы уничтожить нашего сельского хозяйства. И мочь уже при помощи нашего договора о свободной торговле между Канадой и Евросоюзом, а зная то, что такой договор существует между Соединенными Штатами и Канадой, то есть свободно уничтожение нашей с вами экономики уже вместе со всем Евросоюзом. С вами был Эдвин Спутте, и до следующего раза. До свидания.